Быстро, просто, в несколько кликов. Все это про подачу заявления в первый класс. Начало апреля – старт приема заявлений для тех, кто идет в школу по месту жительства. С каждым годом процедура становится более простой для граждан. Ожидаем, что у нас придут в нашу школу более 14 тысяч первоклассников. Ну и для того, чтобы родителям создать более комфортные условия вот этой процедуры, мы запустили форму для приема заявлений на портале госуслуг. В прошлом году мы ее успешно тестировали во вторую волну, и у нас было подано порядка 1500 заявок. Мы успешно всех приняли и оформили. А в этом году у нас полноценно для всех категорий мы открыли эту форму. Родители могут подать заявление и в самой школе, отправить заказное письмо, но самый современный способ – госуслуги. Процесс занимает несколько минут. Подтверждать документы личным присутствием или приносить дополнительные материалы в школу при таком способе не нужно. Все изменения статуса заявления будут отображаться в личном кабинете. Родители в большей степени выбирают простоту и удобство. Ребенка зовут Кузнецова Варвара. В этом году она идет в первый класс. Подавать заявку мы будем через госуслуги в школу по месту жительства. Ну, подача через госуслуги сильно удобней, потому что я уже пользовался подобным сервисом по подаче там, в детском саду, в дошкольные кружки. Я в госуслугах прикрепил своего ребенка. Система автоматически проверила данные, и на момент подачи мне не нужно будет ничего делать, мне нужно будет только выбрать ребенка и нажать кнопочку «Подать заявление». Для ребенка это волнительный процесс, новое место и друзья. Задача школы – помочь адаптироваться. Все начинается с подготовительных занятий. Чаще всего родители отдают ребенка изучать азы именно в ту школу, где и будет учиться их ребенок в дальнейшем. Школа может и проконсультировать по подаче заявления. Часть детей уже проходили у нас подготовку к первому классу в течение полугода с октября месяца. Сейчас уже подготовка практически заканчивается, то есть мы примерно, кто к нам приходил, мы знаем уровень подготовки детей и, конечно же, не отказываем никому для того, чтобы поступить к нам в первый класс. Никакого тестирования у нас не проходит, то есть все на общих основаниях приходят к нам, поступают, зачисляются в первый класс образовательной организации. Подать заявление родителям можно с 1 апреля по 6 июля, если ребенок идет в школу по месту жительства, и с 6 июля по 5 сентября, если в другое учебное учреждение. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.